комплекс для шеи выполняется следующим образом. Исходное положение, голова натянута вверх и подбородок назад. С этого положения на выдохе мы производим движение вперед. Подбородок и голова движутся параллельно земле на выдохе. И опять исходное положение, голова вверх и подбородок назад. Небольшое сопротивление в момент движения. Так, повторяем 8 раз. Следующее движение – это точно такое же исходное положение. Двигаемся вперед, выдыхая, и поворачиваемся в сторону. Упражнение называется «Жираф смотрит за угол». Возвращаемся в исходное положение, делаем поворот в другую сторону. Вот, следующее тоже это упражнение по 8 раз в каждую сторону. Следующее упражнение круговые движения. Голова у нас тоже натянута, шея, чувствую такое легкое натяжение. И производим вращение вокруг собственной оси. При этом наша задача, мы кружимся вокруг и с больших кругов сначала выходим на маленькие круги вверх. Угу. Упражнение называется «Змея». Голова смотрит вперед. Плавно сокращаем круги. Каждый следующий круг чуть-чуть меньше радиуса. Есть натяжение шеи. И производим вращение теперь в другую сторону. Сначала большие круги, тело стараемся держать неподвижно. И выходим на маленькие круги. Примерно 8 оборотов в каждую сторону. Закончили это упражнение. Следующее движение – это вращение головы вокруг оси, которая проходит у нас через уши. Представляем или фиксируем вот нашу голову через уши и производим вращение. Вот эта ось неподвижная. Наша задача из исходного положения натягивать сначала максимально высоко вверх, а потом вниз. Закончили.
Следующее упражнение – это представляем ось, которая проходит из носа в затылок. И относительно вот этой оси производим вращение в одну сторону и в другую. Ось неподвижна. И максимальное натяжение в каждой из точек. Чувство натяжения мышц. И следующее упражнение – это такое форсированное натяжение шеи вверх и назад с выдохом. То есть все вот эти наши исходные положения, а теперь мы их еще больше натягиваем, именно мышцы задние на выдохе. На вдохе возвращаемся в расслабленность. Угу. Тянемся как бы назад и вверх одновременно, да? Да? Вверх, ну да, и назад. Угу. Таких движений. И заканчиваем комплекс на шею такими расслабленными вращениями головы. Размазываем все напряжение по легкие движения, дыхание, полоборота вдох, полоборота выдох. Вращение в другую сторону. Голова полностью расслаблена, катается по нашим плечам. Все.